Ну что, Самсонова, я знал, что ты придешь. Понимаешь, дома совсем скучно. Робот, пылесос. Заняться совсем нечем. Только утюга нет. Сломался. Ну вот и купишь себе новый. Ну и когда я могу приступать? Да хоть сейчас. Только смени, пожалуйста, свою мятую юбку на нашу корпоративную форму. А это у вас проститутки или менеджеры по продажам? Ну и то, и другое. Ну, просто такие классные машины без девчонок, это как брачная ночь без секса. Что? Ну ладно, ладно. Если серьезно, то это нам сверху из Москвы спустили эту форму. А ты знаешь, клиенты клюют, да. Но никто не может отказать девчонке в короткой юбке. Мое платье точно не вариант, оно развратное и Максу нравится. Самсонова, скажи мне, пожалуйста, а твой сварщик вообще что в разврате понимает?